дружбе и согласии. В Армавире прошел семинар по вопросам профилактики экстремизма. Чтобы не было беды, на очистку русел Кубани и Урупа выделено 2 миллиона рублей. Долг платежом красен. Прокуратура проверила работу службы судебных приставов. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19:00, повтор в 6:30 и 7 утра и 12:30, а также в любое время суток на сайте ravita.info.